Готовность номер один. В порядке очереди инспекторы ГИМС совершают заезды, ловко маневрируя между сигнальными буйками. Репетиций и тренировок не было. Профессиональные навыки они оттачивают прямо на службе. Мы в этих соревнованиях собираем всех инспекторов со всей территории области. Вот. И здесь подводим итоги, проводим соревнования, где показывают свой опыт и мастерство. Но уровень профессионализма у нас отрабатывается в ходе ежедневных и ежегодных патрулирований в течение выполнения служебной деятельности инспекторского состава. Состязания проходили в несколько этапов. В первый день прошла традиционная для всех конкурсов профмастерства теоретическая подготовка. Сотрудники должны были показать знания основных нормативно-правовых документов. А затем в акватории реки Вологды прошло фигурное вождение моторной лодки. Сегодня же инспекторы соревновались в гонке на грибной лодке на 3 километра и участвовали в командной эстафете. Основная цель, которая ставится перед этими соревнованиями, конечно, это повышение профессионального мастерства наших сотрудников, повышение знаний, навыков по обеспечению безопасности населения на водных объектах, потому что это итог работы. Заключительным заданием стало спасение утопающего, причем с оказанием первой доврачебной помощи. Люди готовы помогать, приходить на помощь, спасать, если это потребуется, оказывать всяческое содействие, чтобы правопорядок на водоемах обеспечивался. Это самое главное. Поэтому население может быть спокойно, безопасность на воде в надежных руках. Главное самим не допускать нарушений. Вот это основное. По словам специалистов, в сводках происшествий все чаще фигурируют столкновения маломерных судов, наезды на купающихся, которые порой заканчиваются трагически. Именно поэтому такой конкурс проходит каждый год. Ведь это еще один способ закрепить свои знания, говорят инспекторы. Знания, которые буквально могут спасти жизнь многим людям. Андрей Ростов, Василий Попурин, Новости Вологды.